Приветствую всех, с вами Владимир и канал «Китай стал ближе». Сегодня у нас вот такая вот посылочка, большая довольно-таки. Здесь наверняка какие-то вещи. А почему я думаю, что вещи? Потому что посылку заказывала моя жена. Значит, посылочка оценена в $5, шла она где-то в районе 3 недель, точно не могу сказать, поскольку заказывала жена, но трек номер отслеживался, поскольку она мне сказала, что посылка пришла. Да, трек номер отслеживался, все было хорошо. Давайте откроем и посмотрим, что же нам сегодня пришло. Вот что, нам пришло то ли костюм, то ли чего-то. Вот так вот запаковано, все это очень мягенькое. Сейчас посмотрим, жена заказывала полотенце, я точно помню, заказывала какие-то костюмы, много всего, чего заказывала. Вот это, скорее всего, полотенце, но скажу сразу, запах очень сильно пахнет клеем. Очень сильно пахнет клеем. Давайте мы с вами сейчас развернем. О, есть вот такая даже вешалочка. Есть вешалочка. Сейчас попробуем, как это все вообще распаковать как-то надо. Я думаю, вот это надо вот оторвать. Здесь у нас есть ленточка, вот так было перетянуто. Здесь у нас написано что-то. Это, скорее всего, о магазине. Размеры 76 сантиметров на 91 сантиметр. И это полотенце. Это наверняка полотенце. Конечно, все прекрасно, все здорово. Но почему же так пахнет? Так пахнет Китаем. Китаем клеем пахнет жутко. Снимаем с вешалки. Давайте распутаем с вами. Это, как всегда, я. Я не могу тут быстро все распутать. Вот. Все. Все, наконец-то я распутал. Наконец-то я распутал. И это у нас вот такое вот полотенце. Полотенце мягкое. Попахивает оно клеем, но почему-то очень сильно пахнет сама голова. Края полотенца прошиты. Очень-очень мягкая ткань. Давайте посмотрим, что тут в составе. Размер стоит. Гладить можно, стирать при 30 градусах. Полиэстер, 100% полиэстер. Вот такой вот полотенчика. Классное полотенце. Все-таки заказывает у меня жена товары на Алиэкспресс детские. И я вам скажу, что когда как. Бывает, приходят хорошие товары, бывает, приходят пахнущие. То есть плохого, в принципе, как-то первое время у нас было плохое. Попадалось. А сейчас вроде нашли нормальные магазины, плохое не приходит, но приходит с запахом. Вот этот запах, да, очень жуткий запах, но что делать? Куда можно применить это полотенце? Например, пойти в баню. То есть пошли с ребенка искупали, потом вышли, накинули, и все хорошо. То есть ребенок уже накрытый, накутанный. Но сам не люблю синтетические. Сам не люблю синтетические полотенца. Лучше байховый или что-нибудь типа того. А так очень хорошее полотенчико. Очень хорошее полотенчико. Я думаю, будем использовать его. Ну, а на сегодня все. С вами был Владимир. Сегодня была короткая распаковочка. Я с вами ненадолго прощаюсь. Подписывайтесь на канал «Китай стал ближе». Нажимайте колокольчик оповещения. Кому понравилось это полотенчико, переходите по ссылочке и обязательно покупайте. А я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.